Раз, два, три, четыре, семь человек там. Если я отмена, уже шесть. Данил, куда мы пришли? А? Домашнее видео снимать. Привет. Привет. Вот кого? Ну, на кого я похож? Ну, Данил. Это известная личность. Его любит вся Уфа. Белый? Парень хочет стать Элвин Грэм. Сня, где был у нас этот белый грим? Один оставался. Белый грим, его давно выкинули, Альбина. А это смоется потом? Это ненадолго? Нет, у вас немножко блины не хватает, у вас ведь не будет такая. У него тоже сразу оттенок пирожков. Дайте чуть нос надо вот так вот. Пить можно под фонограмму, да? Вот так похоже. Ты можешь сделать нос, не? Нос можно ему? Ну куда пришли, ребята? Мы пришли в гримерку ПСТ, а не в театр. Похож? Похож. Классно. Зачем вы так делаете? Может, не прощу вайнера. Блин, дверь надо закрыть. Давай. А что ты присела-то? Ты можешь полный рост, блин? Ты тоже фатагичная, блин. Ты еще, блин, подсядь туда. Встречайте, Элвин Грей в студии. Круто же, скажи. Ты писал? Конечно. Мы не звезды. Давай еще раз. А я должен петь вот повторять. Праздник жизни. Праздник жизни, праздник спорта. Жизнь отчаянно вошел. Элвин, привет. Только зубы не отбелил. Что, накрашенный был, что ли? Серьезно? Ну, ты же накрашенный был. Спортсмены выходят сейчас на тренировку, вы с ним будете поздороваться. Знаменитый болельщик. Контроль. Мы думали, что ты не существуешь. Как оно? Как оно? Они все из Молдовы. Чего? Данил, скажи, как проходит с тобой команды в матче с Ахматовой? Ну, отлично. Тренируемся. С вами все? Нет, спасибо. Супер. Все, всем спасибо, давайте в поле выходим. Спасибо большое. Как вам тренировка открытая, понравилась? Очень. Безумно. Очень, да. Что больше всего? Только... Ну, естественно, фотографии с футболистами. Очень интересно. С Вадимом Валентиновичем была моя мечта, например, сфотографироваться. Такой импозантный, такой мужчина. Билинов такой большой, я прям даже не ожидала. Теперь дома буду молчать, чтобы жену не разорвать. Многие знают, что на въезде в Черниковку есть серый невзрачный забор, но теперь он таким не будет, потому что фанаты футбольного клуба Уфа решили его разрисовать. Были многие фанаты, которые у нас в городе посещали наш матч, других клубов, которые оценили эту работу, действительно очень, говорит, ярко, красочно и, ну, по тематике подходящий. Совместно жителям жители около стадиона нефтяника. Красивее стало, ярче, чем серые будние дни. Спасибо всем, кто участвовал.
в этом проекте раскраски, чтобы наш город стал более светлее, ярче и красивее. Серые стены, они давят, давят. А когда ярко, идет настроение, поднимает, может, даже некоторым людям. Здесь очень много гуляет людей. Все останавливаются, даже машины сигналили, типа, приезжают, говорят, классно. Это произведение современного искусства имеет длину 362 метра. Причем оно является самым длинным граффити в России, сделанное руками простых болельщиков. Все работы объединены одной целью – болейте за футбольный клуб из вашего родного города. Всем привет! Мы начинаем наш суперкрутой репортаж с нашего похода на матч футбольного клуба Уфа. Вы можете представить, мы идем всей группой. То есть мы все болеем за футбольный клуб Уфа, и поэтому мы решили, что мы обязаны пойти. Тем более такая прекрасная погода на улице, потому что даже солнце радо, что футбольный клуб Уфа играет сегодня, и так все совпало. Супер круто. А еще раньше была зеленая форма, а сейчас фиолетовая. Фиолетовый цвет мой самый любимый. Так что мне нравится все. Только из-за этого на футбол и иду. Видите, себе болельщики устраивают концерт в честь футбольного матча. Наш элитный транспорт. Ты что, блог снимаешь? Мам, я привет! Вот, короче, еду я на футбол. Со мной мои друзья. Вот она. Тимур, ты так похож на Лепса? Да. Спой что-нибудь. Очень здорово все-таки жить. Пошлите, куда идти? Я. Самый лучший день. Дома все приезжают. Что ты вонючила? Ночью ехать лень. Пробыл до утра. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать пробыл до утра. Вы идете на мой концерт, забыли? Неплохо. ПК Уфа всегда побеждает. В общем, пожелания можно писать на этом баннере. Ничего страшного. Закричалки тоже гринбейт узнается. Кто знает кричалки? Давай. Пожелания нашим спортсменам. Уфа красавцы. 10. Детей с ДЦП. Откройте сумму с текстом. Фонд пробил сумма.